Масштабная дезинфекция продолжается в Алматы. Сегодня санитарную очистку в Алатауском и Наурызбайском районах провели военнослужащие Алматинского гарнизона и Института сухопутных войск. Специальные подразделения биологической защиты обработали несколько сотен объектов – детсады, площадки и тротуары, а также территории торгово-розничных сетей и парковок. К чистке улиц привлекли спецтехнику. Айдана Нураш с подробностями. В Алатауском районе сегодня была проведена масштабная дезинфекция. Сотрудники санитарных служб начали свою работу с огромного проспекта Раймбека и продолжая вверх по улице Момушулы. Шаг за шагом и метр за метром пехотинцы наступательно обрабатывают территорию водой и хлоркой. Как и на военных учениях, вслед за солдатами следует тяжелая техника. Военные КАМАЗы, оборудованные специальными приспособлениями, почти до блеска вычистили проезжую часть. Для дезинфекционной работы применяется специальное оборудование, специальная техника и дезинфицирующие средства. На сегодняшний день в городе Алатауском районе использовано 6 единиц техники специальной обработки, 360 человек личного состава. Первым делом личный состав подразделения биологической защиты и военнослужащие Алматинского гарнизона провели обеззараживание микрорайона Акбулак. Попутно военные обработали площадки, тротуары, территории торгово-розничных сетей и парковок. Представитель местного исполнительного органа попутно рассказал о работах, которые проводятся ежедневно своими силами. По Алатаускому району урны, места отдыха, скверы и остановки обрабатываются ежедневно. 35 человек проводят дезинфекцию подъездов. Сегодня планируется охватить 14 участков по району. В условиях карантина военные подразделения с первых дней усиления занимаются дезинфекцией города. Для санобработки используются костюмы химзащиты и другие средства. Спецтехника тоже из армейских боксов. Сами же военные полны духа и решимости. Они призывают народ к терпению и строгому соблюдению правил карантина. Мы военные вооруженных сил. Когда, если не сейчас, будем помогать Отечеству? Настало наше время. Народ Казахстана. Мы вместе. Тем временем в Наурызбайском районе кипит работа по дезинфекции подъездов. С утра шел дождь, и капризы природы внесли свои коррективы в планы соответствующих органов. В целом здесь ежедневно дезинфицируют 156 подъездов и 51 дворовую площадку. Первый день работы дезинфекции у нас проводится в верхней части города, Наурызбайского района. То есть начинаем с ЖК Хантенгри. ЖК Хантенгри, ЖК Аль-Фараби. Второй день у нас по плану идет район Каменки, Жандосова. По третьему дню мы делаем в Наурызбайском районе ЖК Шугла, ЖК Премьера и ЖК Алма-Сити. Специалисты санитарных служб рекомендуют в течение 4-5 часов после обработки не выходить из дома. Всего по городу к дезинфекционным работам привлечено около 2000 солдат и офицеров Алматинского гарнизона. Кроме этого, ежедневно санитарной обработкой города занимаются больше 1500 специалистов и рабочих, а также сотни единиц специальной техники. Айдана Нураш, Валерий Таубалдиев, телеканал Алматы.